Доброе время суток, друзья! С вами Лилия Донскова, и я сейчас вам запишу ролик, как сделать одну классную фишку. Вот смотрите, например, вы сделали шикарную фотосессию, и у вас там огромное количество фотографий. Вы хотите, чтобы эти фотографии все видели. Но дело в том, что если вы будете добавлять их тут в ленту, здесь есть ограничение всего 10 фотографий. Что же делать? Тут все оказывается очень просто. Вы открываете «Мои фотографии», создать альбом, и создаете альбом, то есть, ну, тут все просто, создать альбом, пишите название, создаете альбом и загружаете туда все необходимые фотографии. И вот я, например, создала альбом огромный, да, что у нас в гостях была Мария Ган с Камчатки. Выбираю фотку классную какую-нибудь с Марией Ган, открываю ее, нажимаю снизу вот здесь еще и выбираю сделать обложкой, да что ты, нажмись, сделать обложку альбома. Выбрала. Закрываем. Теперь нам нужно вот этот альбом скопировать. Ссылку сверху копируем. Открываем «Моя страница». И вот здесь вот сверху мы вставляем эту ссылку на альбом. Видите, у нас сразу обложка альбома. Ссылку удаляем. И пишем какой-то текст. Например, «Золотая осень с Марией Ган, наша гостья и партнер по бизнесу с Камчатки». И несколько можно хэштегов поставить, например, кстати, вот здесь вот, где осень, можно хэштег влепить. Потому что это ищут. Так, и вот здесь мы начинаем писать какие-нибудь слова. Что люди больше всего ищут? То есть, да, вот самое-самое популярное. Например, начать бизнес. Начать бизнес. Несколько хэштегов. Моя семья. Детки. Детки, да, это все ищут. Тут можно поставить сразу смайлики какие-нибудь классные. И нажимаем «Отправить». Все. Вот здесь у нас появляется наша запись. Все фотки, которые в альбом загружены, там 65 фотографий. И люди нажмут на эту фотографию и будут смотреть весь альбом. Вы можете также вот навести на эти три точки, нажать «Редактировать» или «Закрепить». Если вы закрепляете, то ваша запись оказывается в самом верху. Всегда она будет в самом верху, независимо от того, кто что еще будет добавлять или вы сами. То есть у меня всегда закрепленная запись о работе. И все, что я добавляю, оно оказывается ниже этой записи. Все, вам всем успехов, классного бизнеса и много-много новых партнеров. Брендируйте свои странички, на это люди очень здорово реагируют. А, еще что не показала. Берете так, нажимаете, чтобы она развернулась на весь экран. Копируете уже вот эту ссылку сверху и в чаты добавляете. Вот я сейчас отключилась. У нас есть чат прокачки или обычный чат. Вы туда скидываете информацию о том, что... чтобы прокачали, поставили лайки. Ну, то есть вы поняли, ставите ссылку уже в чат и пишите, нужны лайки или что-то конкретное по запросу. Всего доброго, успехов, пока-пока.